Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала, я с вами, Марина. Распаковка телевизора, который я купила в светофоре сегодня. Сегодня днюха моя, и я пошла в светофор. А там привоз, телевизор, 10800, все удовольствие. Чё ж не взять-то, смарт, с Яндекс, там голосовое... Можно управлять голосовой Алиса. Загружаю. И все. Я сейчас аккуратненько распаковочку делаем. Вот гарантия. Будем сохранять все. Вот, видите, сейчас мы распакуем. Да, Фунтик там вон около меня. Вот так. Дело мастера боится, да, Фунтик? Так, 32 дюйма по диагонали. Так, ножки вот они. Это я все прикручу. К интернету. Смарт. Вот они, ножки. Тут все есть. Там где-то есть шурупы, я видела. Так. Вот они. Вот он пультик. Здесь. На русском. Сейчас посмотрим. Там не обратил внимания. Да, на русском все. Вот голосовой ввод. Открыть настройки. Перевод на домашний экран. Воспроизведение. Пауза. Короче, все написано. Все изучать. Такой он. Телевизор. О, внешнее подключение. Но мы сейчас через Wi-Fi, через интернет. И все будет надо. Так. Пультик сейчас подключим. Сначала вытащить надо его из коробки. Вот такой. Сейчас я аккуратненько. Здесь как раз у меня. Так. Коробочка. Вот такой вот. Вот он. Видите? Так, веб-браузер, подсветка, Wi-Fi, цифровое телевидение, мощный четырехъядерный процессор, магазин приложений, голосовое управление, безрамочный. Вот он. Так, вот так покажу. Светофор. Купила в светофоре сегодня, 25 августа. 2023 год. И привезли еще кондиционеры. У них просто нет сегодня интернета. Так, Фунтик, Фунтик, прекрати. Он уже проверяет. Кондиционеры, у них просто нет интернета. И поэтому, может, уже и появился, когда я была, не было интернета. А может, уже и цена есть. Цену мне обещали скинуть. Так. Так. Вот такие. Вот такой смарт. Так. Надо ленивчик достать. Пультик. Я его называю ленивчик. Так. Там у меня... Чек. Вот он. Об оплате. Вот он. Светофор. 10881. Цена. Все сохраняем.
Можно распечатать, потому что вы сами знаете, чеки выцветают. Можно распечатать. Вот она. Гарантийный талон. Все написано. Но я хочу, чтобы он работал, чтобы мне не нужен никаких лишних телодвижений. Так. Пультик вытаскиваем. Вытаскиваем батарейки. Вытаскиваем шурупы. Старый телевизор сейчас уберем. Пока будет у меня в спальне, а потом я его поставлю в зал. И будет все нормально. Ну так, пока отключусь, на время, пока вот это вот я все прикручу. Вот это, вот эти батарейки сейчас сюда, пультик. Вот так здесь. Потому что это. Ну что показывать? Как я батарейки показываю, ставлю. Это неинтересно. Вот они. Так, плюс-минус. Что тут? Итак, я отключаюсь пока на время. Ножки прикрутила. Сейчас я старый телевизор уберу и поставлю. Так, пультик тоже. Вот он. Сюда, вот здесь у меня будет сейчас интернет, Wi-Fi. Вот сюда. Сейчас поближе. Вот сюда. Видно? Вот сюда. И будем налаживать. Итак, поставила. Сейчас мы с вами в Яндекс.ТВ. Мне нужно будет ввести пароль свой от Яндекса. Подключение. Ага, вот в настройки заходим. Доступно обновление. Несколько обновить, конечно же. Нужно обновить. Нет. Установить. Пожалуйста. В среду Индия успешно посадила работает модуль, сейчас Викрама, от Wi-Fi. Страной, вот он у меня Wi-Fi. Я не включила антенну вообще. Работает через интернет. В этом месте есть большие запасы воды. Они позволят так, создать там. Выходим с этого канала. Индийская организация космических исследований. Ну, вот эти новости. Сейчас посмотрим еще 360. Вот эти новости. Или Москву-24 можно. Так, давайте вот эту сюда. Так вот, нажала на Москву-24. Садили самолет из-за пьяного пассажира. Ну, это так перекрыто. 1 сентября будет автобус. Это все, что в Москве. По словам бортпроводников, мужчина швырял в других пассажиров телефон. Так, дальше. Это не интересно нам. Нам интересно, как он будет показывать. Так. Смотреть. Можем посмотреть. Давайте на YouTube. Так, вот сюда на YouTube зайдем. Так. Параллельно творчеству, без которого невозможно представить русскую культуру, в этом году на фестиваль приехали многие творческие коллективы. Так. В этом году предполагается занятых в концертной программе, в мастер-классах порядка 125 человек. Это новости 360. Так, сейчас YouTube я не нажала. Вот он. Вот, видите, рамочка. Сейчас нажмем.
на YouTube. Переходим. Посмотрим, что интересно нам, какие посмотреть. Так, да вот, про ребенка давайте посмотрим, вот эта классика. А, вот посмотрите, какой конфетный после магазина. Папа, я возьму чупа-чупс. Только один. Вот, чтобы перейти в следующее видео, какой, нажмите на стрелку. Я на кассу. Видите? А, вот посмотрите, какой конфетный после магазина. Папа, я возьму чупа-чупс. Только один. Сейчас нажму. Просто, кстати, такие... Я на кассу. А, вот посмотрите, какой конфетный после магазина. Папа, я возьму. Так что, вот такие дела. Одной рукой просто неудобно. Так, ну давайте еще посмотрим вот эту сюда операция Шурика. Вот она. Видите? Все отлично, все хорошо. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я очень довольна покупкой своей. Видеоигры есть дальше. Очень много всего. Сейчас нажмем. Видеоигры. Музыка. Подписки, трансляции, библиотека. Все это. Вот эти игры. Видите, можно играть. Так что все отлично. Выходим. Можно войти так же, как на компьютере. Войти, если в свой канал. И также можно все просматривать здесь. Все, пока-пока. Я думаю, каждый из нас знает. Есть, это я рассказываю тем. У меня есть очень много знакомых, которые, ну, как сказать, помягче, не разбираются в интернете, поэтому я это сейчас говорю. Тем, кто разбирается в интернете, будут опять говорить, зачем ты это все. Понимаете, но не все продвинутые, не все. Поэтому для мало продвинутых пользователей я это все рассказываю. Что действительно, за такие деньги это вообще классно, супер. Для меня, да. Для пенсионеров, которые получают пенсию, маленькую, как говорится, не очень хорошо. За 10 тысяч спасибо светофору. Еще раз повторяю, отлично. Я все быстро настроила, я все ввела через Яндекс. Все хорошо. Все, пока-пока. Желаю всем здоровья. И если кому-то нужен телевизор, не бойтесь, покупайте. Все.